Слава Богу, ну что голову морочь? Слава Богу, профессионал на сцене есть. Но у меня вот, я пришел уже давно, и меня все спрашивают, ну, собственно, ты зачем пришел-то вообще? Вопрос для меня довольно глупый и странный. Во-первых, Троицкий мой друг. Во-вторых, он борется за правое дело, как и мы все с вами. В-третьих, он парень смелый. В-четвертых, Артемий, ты прав. Да? Я сейчас базиса не знаю, но по-разному бывает, но Артемий точно прав. Я понимаю, что с ним делают. Я сам судился с Лужковым, с Батуриной, с Путиным будет сменяться, в день влюбленных я судился. Но на самом деле, 14 февраля. Вот, я понимаю, что делают с ним. Штрафуют, сейчас уголовку завели и так далее. Его хотят запугать. Теперь что они не поняли? Они не поняли, что он не один. Что мы вместе. И вот эти аттракционы глупости, идиотизма, которые мы видели на протяжении подготовки сегодняшнего концерта, свидетельствуют о том, что больше всего они боятся даже не Троицкого, и даже не вас, и не меня. А больше всего они боятся, когда мы с вами вместе. Вместе, понимаете? Я считаю, что свободные люди в несвободной стране должны быть всегда вместе. И я очень рад, что сегодня все получилось. Не все, но правда. За Артемия, за Троицкого.